Давай сейчас, может, тогда, пока Сережа сидит, может, отобьем его вторую часть, крупничок. Получается, какой-то, что быть. Ты рушишь, ну как тебе сказать, у тебя нарушается логика монтажа. У тебя просто будет как бы это будет бритвы по глазам. Ну, монтажи. Поверь, не будет. Если бы ты снимал его фронтально, если бы он смотрел в другую сторону, да. Он смотрит туда же. У тебя, поэтому... у тебя географии, у тебя нет общего планка. У тебя вот отсюда, раз. Оттуда два. Тогда, то есть, грубо говоря, тогда это, ты оттуда двойной нужен. Это как. Не, один. И, ну, и тебя отдельно, и Серегу. Это как вариант, знаешь, панк, 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 сверху. Понимаешь, да, есть монтаж. Видеоклип. Так, так, сверху. Ну, я, ну, я имею в виду сбоку. Уже все как клиповое мышление, ты не дорос просто. Грубо говоря, ну, ты вот иногда у меня есть там сцена, где Ольга говорит эту информацию. Она так говорит, отсюда говорит, потом поворачивается сюда, говорит, и там это не важно. Вот абсолютно. Ну, главное, да, что если бы ты сейчас смотрел сюда, ты да, это у меня было немножко. А он смотрит так же туда. Мы как бы как просто вот смотрим эту историю со стороны. Поэтому ну, смотри, у нас есть вот отсюда, там достаточно крупный Серега. Просто мы поменяем как бы ракурс. Смотри, смотри. Давай. Не, Миш, я бы на твоем месте еще поспорил и уехал потом, сука, в час ночи. Давайте готовиться к съемке. Давай, сейчас. Да. Тебя не видно, его не видно. А, барабанщик Юрий Китаев, его не видно. Все. Сейчас ты был неправильно. Сейчас ты как раз был против Аси. Вот сейчас ты правильно смотришь вот сюда. А так ты сейчас, вот ты сейчас совсем в другую сторону смотришь. Конечно. Вот посмотри сейчас. От мастера я сижу. От мастера, того, да, от мастера. И ты смотришь сейчас вот здесь сюда, в другую сторону, Миша. У тебя даже по пластике в другую сторону повернут. Ну, грубо говоря, да. Вот я так? Нормально, меня не видно, хорошо? Да, не видать. Отлично. Кусочки просто влезли. Все, давайте. Ну, давай, давай, давай. Сейчас быстро мы ее туда перенесем. А хотя какая разница, она у нас не была и в кадре. Она может и мокрой прийти, какая разница. И тоже это, кстати, фактурно будет классно. Ну давай, как считаешь, нужен, так и снимаем. Ну, вот. Давай снимем. Давай, все, хорошо. Я-то одеваюсь. Потому что мы Гарину можем я, ночью здесь. Я пока целлофан не снимаю. Ну, снимайте, мы сейчас на улице. Нет, все, снимаю. Ты уже все. Тебя в твою сторону отбомбили. Прекрасно. Потому что Гарин, мы тебя можем, вы вечером здесь. Хорошо. А вот улица... Может, там вообще крупа полетела так-то, по-большому, по-доброму. Там реальная крупа жесткая. Ну давай снимем. А, идет что-то, да? Крупа идет, потому что я посмотрел. Снег идет просто. А, да, просто я смотрел, то не было его. Нет, там жесткий снег. Там. Давай тогда сюда. Мы сможем за пару дублей, Леш. Нет, управляем? Там нет. Там, камере, там, да? Там надо вот, бля, через ноги. Да, ноги да, идут там, так. Там я хочу дать очень крутых девчонок, которые идут на очень опасные. А там как сцена будет? Я вот вы идете, в общем, такой середнячок, вы идете, блядь. Такие, ну, как страшно, ну, блядь, очень... Идете, потом раз там ноги, блядь, джань прошли, раз там где-то, блядь, да, не годится, чань, раз где-то сюда, здесь нет, так, пока одеваешься, потом, да? И финальный этот как бы кусок, два шага там раз сделали, подошли к двери. Фотоаппарат, трехминутная готовность. Да, там, когда ты себя не учи, и вышли. То есть это такой заявочный такой. Сейчас получается завтра, да? Да, получается завтра, да? Не знаю, посмотрим, сейчас снег, я тоже не хочу. Решить дальше, Сережа. Да, пожалуйста, проходите, проходите. Так, на, подушки тогда туда, кидани. Да, сейчас. А там, Миш, твой зонтик стоит, да? Я все пыталась Лешу снять, и все никак не могла. И тут наконец-то. А ты все время был за кем-то скрыт. Да. И наконец-то. Поставь чай, кофе, может, что-то. Вот газировка стоит. А там же чай только вскипел. А? Чайник только вскипел. Да, вообще классно. Здесь он вскипел, в доме, вот здесь. Вот, да, я понял. Да они не хотят чай. Миш, хочешь чай вон налей? Да нет, Лёх, не хочу. Мне. Я шучу. Классно, бля. Обожаю своих артистов, которые ищут, пробуют. Что я сам такой же. Да. Вообще идеально. Один со стороны классно себя смотреть. Да, из-за вот этого. Не, очень круто. Это вообще себя замечательно. Смотри, хуёв лук пишет. И стоит этот редактор, а вот вы не сказали... Ай, молодец, Миша. Ну чего, давай, да? А, давай, Леша, ну, убирай таз оттуда, сюда ближе к нам двигай. Убирайте вот эту хуйню, ковшик с этой, с полки. Круто. Ага. Вот так тоже круто, когда еще и руки в кадре, вообще заебись. Ну давайте. Секунду, поправка по фокусу. А ты приведешь ее, не? Приведу. Я сейчас тоже там нет со светом понятия. Но здесь я определил. Смотри, Карин, как только ты подойдешь, да. Сделай паузу, потому что я по фокусу подстроюсь, угу. Хорошо? Да. Ну, в общем-то, мы смотри, можем отсюда уже начать сейчас прямо.
Готово? Давай, давай. Кто текст побросает? Леш, ты будешь кидать текст за Сережу? Текст? Да, да. Если что, я помню. Ну давай быстро сюда пройдем. Угу. Да давай начнем, если что, еще раз. Да? Ну давай, давай, только ты смотри вот туда. Ага. Ну конечно, да. Да, готовы? Готово, камера идет. И начали. Здравствуй, Жиле. Привет. Что-то случилось? На нее, Леша, на нее. На нее мало света. Еще чуть больше, еще. И давай оттуда, может, начнем пикапом. Баб. Давай, давай. Ну, тут я сейчас, мы там проворотим. Давай, хорошо, вот, хорошо. Коричка, да. Встань, пожалуйста. А как, что там? Она просто загуляла. А, вот только загуляла, да. Я думал, там еще что-то. Не, а? Не. Да, хорошо. Сейчас, пройди, пожалуйста, вот в самом... Меня не видно, собственно? Нет. Вот иди, пожалуйста, сюда, я попробую тебя светом поймать. Есть какие-нибудь конкретные мысли? Мысли. А, нет. Кто такой Лока, который приходил? А, Лока! Точно! Кто такой хищник, за которым Лока гоняется? Хищник! Точно! Хищник! Точно, это он убил. Если вспомнишь что-нибудь полезное, найди меня сразу и сообщи. Черт, черт, Лока, 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 Лока. Да, мы прочтем, а ты вспомнишь. А, да. Вот да. Этот вот момент. Вот здесь мне пропустило чуть-чуть, когда, но я тебе не дал. Вот сейчас просто сейчас Серег сделает. Там, да, блядь, погуляй, ты нормально. Медленно. Да, потому что ты этим не кинул. Я брошу кепку вначале, начали. Бам, она стукнется сюда, куда-то сюда. Дверь будет долго открываться. Вот начинай попросить дать мне чай. То есть, Миш, делай как... Чай тебе слаб! Эту штуку, когда, во-первых, вот неожиданно, да, ты хорошо сейчас вошел. Нет, я даже не что там чистил? Да, а он остыл уже, все. Хотел уйти, и он уже ушел с тобой. Да, да, да. Вот так хорошо. То есть ты как бы снизу уже в виде ноги и немножечко отступать. Вот так оно и как бы интересно и правдиво. У нас давай. Там какой-то такой фокус. Какой-то давай, такой. Давай. Это нужно, смотри, потому что, Карина, давайте сначала снимем, как Карина войдет сюда. Не надо, ничего не надо. Тогда дверь. Это нам ничего не надо. Ну, войдите, ребят, сейчас мы просто по свету выставим вас. Давай я кину кепку потом. Карин, зайдите просто сейчас по свету вас выставим. И это лишнее. Ты на Карину свети, я, наверное, буду на... на Карину, да? Посмотрю. Ты на Мишу? Да, да, я на Мишу буду. Здесь, Кариш, здесь ты пришла... Уточнить. Не уточнить, продолжить разговор. Ага. Поэтому эта позиция неверная. Как бы я сейчас уточню и уйду. А это, а кто такой хищник? Да. Понимаешь, ага. Да? Вот. Давай, я кину. Ага. Давай. Так, что, готовы? Камера идет. Начали. Рука была в кадре. Точно? Да. На том же самом моторе, не останавливая. Дальше просто, да, встань. Поехали. Вот, хорошо, пошел. Почему Лока охотится за хищником? Да. Давайте сразу. Давай, сходу. Что-то я там потерялся. Я хороший дубль был. Я отвечу тебе, Миша. Я что-то затупил. Нет, дубль не был.